Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы искренне рады приветствовать вас на нашем канале. 2021 год по-прежнему продолжает уносить жизни великих людей. Апрель 2021 года стал настоящим звездопадом для российских артистов. Практически каждый день приходят печальные новости о смерти известных людей. Очевидно, что в историю он войдет как трагический месяц для российского искусства. Только за апрель ушло 25 актеров и артистов. Многие из них были молоды. Причины ухода у каждого разные. Многие представители искусства проходят сложный период реабилитации после перенесенного вируса. В такой ситуации оказались Алиса Фрейндлих, Александра Пахмутова и ее муж Николай Добронравов. Буквально недавно стало известно, что ушел из жизни еще один известный человек, который посвятил всю свою жизнь любимому делу. Михаил Боярский, знавший лично усопшего, уже принес свои соболезнования. В субботу в Петербурге, на 63-м году жизни, скончался известный спортивный комментатор и журналист Леонид Генусов. Об этом сообщил сын журналиста. По его словам, отец умер в ночь с 1 на 2 мая от остановки сердца. Ничто не предвещало трагедию. Леонид ничем не болел и ни на что не жаловался. Редакция канала приносит свои соболезнования родным и близким. Информация о дате прощания пока не сообщалась.